Так, вот мы сейчас пришли в коровник. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас коров? У нас здесь пока 9 коров. 9 коров? Да. А они пасутся или вот стойловое содержание? Ну, когда вот сейчас они вот стойловые, когда вот весна, вот с 1 апреля начнем, мы уже где будем в поле. Угу. То есть с 1 апреля пойдут в поле, да? Да, да, вот, да, можно сказать, до ноября. Ага. А это коровы какой породы или это местный скот? Это можно сказать местный и вот смешанный, это можно сказать. Это там швейцарская, вот, да? Да, швейцарская, там вот там карпат, там вот там черно-пёсая там. Ага, сейчас я пойду посмотрю. Кормовой стол чем кормим? Так, кормим его, так, в основном это вот сено, угу. Камбикорма, шрот, барда. Барда. Да. Угу. Вот сейчас вот здесь нас машина привозит, каждые 20-25 дней. Одна машина 30,5 тонн барда. Ну там соль там. Понятно. А молоко куда деваете? Молоко излишки вот соседям. Соседям. Да. Подчерит раздаем. Продаем. Родственник там у нас. Угу. Ну, у вас семьи большие, семьи, да. Большие там родственники, там в городе живем, там, а там коров держать нельзя. А вот. Ясно. А сколько корова-то дает молока эти? Ну, у нас в среднем сейчас коровы у нас не очень-то продуктивные. Можно сказать, 10 литров. 10 литров, да. Да. То есть, чтобы 10 литров давал, нужно хорошо кормить. Хорошо кормить, да, обязательно. Угу. У нас вот теленки, телята вот здесь телятные. Телята вот тут за загородками, да? Да, да, за загородками там. Сейчас посмотрю. Ну, то есть можно сказать, что корова это все только для себя. Опять же, это не бизнес или бизнес? Можно сказать, пока для себя, но мы наращиваем и для бизнеса уже можно сказать, тоже для бизнеса это уже параллельно. Вот у нас поле большое, вот садикам, когда разосать, они нам сильно помогают. Очищать землю. Да, обязательно. Да, вот публика, у нас есть такой сорт, Виктория, один раз урожай дает. Это 1,5 гектара. Вот месяц он урожай дает, и до зимы там будет там садики расти. И там это коровы очищают, все там и навоз там будет, и удобрений, и можно сказать, в этом хорошо помогает. А вот этот вот проход здесь что, вот вдоль стены? Нет, это проход для это просто рабочих, для рабочих, когда... чтобы раздавать, да, раздавать да. Корм. Корм, да. Понятно. А давайте посмотрим, Валентин Николаевич, как устроено здесь навоз. Навоз как собирается? Вот, то есть вот здесь вот наклонные бетонные площадки, да, с двух сторон. Да. И желоб. Навозный желоб идет посередине, правильно? Идет так и справа, там, вот туда идет наш желоб. А два раза в день навоз убирается. Счищается. Да, у вас чистые туда. Коровы. Да. Чистые коровы. Убирается. Угу. То есть, а убирается вручную, соответственно, да, лопатами, вот, которые да, здесь да, стоят, да. Да? Да? То есть лопаты, которые стоят, ими вот ну, желоб чистится. Вот вода, качаем вот в ту бочку, и туда подается вода. Да, бочка наверху. Да, бочка наверху. Бочка наверху, мы мотать туда не будем. А вода-то как раздается животным? То есть... Пока вот раздается вручную. С ведра, да? С ведра. Мы собираемся в дальнейшем... Поилки поставить. Угу. Ну, отлично. Отлично. Здесь очень хорошо. То есть коровы дают 10 литров, это при хорошем да, уходе. Да. Девушка, не волнуйтесь. Здесь телята. Да, здесь телята, да. Ну,
Должны отлиться, через месяц хорошо отлиться уже. Ребята кушают. Ну все, значит, мы посмотрели, здесь на самом деле все достаточно просто, но эффективно, никаких навороченных вещей нету, все достаточно просто, взял вот скребок, да, насколько я понимаю, почистил лопатой и желобы выгреб, ну, наверное, так и надо, то есть во всем должна быть какая-то экономическая эффективность, вбухать кучу денег и потом получать... Окупать это там несколько десятков лет, наверное, никому не надо. А вот такое, такие постройки, это достаточно эффективно. Занимайтесь сельским хозяйством, это портал fermer.ru.